Я знаю, что у вас кое-что есть. Если выясню, кто за этим стоит, разберусь с ними до того, как нас найдут. И у нас будет отличный шанс кипнуть. Где-то тут Алекс Яворский. Надо бы его найти. Он владеет ценной информацией. Просто слон в посудной лавке, а? Да, но... Жопа! Да у нас гости! Есть кто живой, сорвись!
Это все Кини? Он не один был. Живо, я прикрою. Вроде засек. Пойду разберусь. Черт, что произошло? А? Вперед, ищем. Хреново. Обыщите все. Здесь ничего, гляну там. Тут все чисто. Проверю там. Тут чисто. А! Сука. Он ранен. Вроде должно быть тут. Так. Один из этих страдальцев, возможно, Алекс Яворский. Знакомый товарищ. Моя работа вроде. Похоже, работенка для Юджина. В обычной больнице им начнут задавать вопросы. Хорошо устроились, блин. Алекс. Нет, прошу, нет! Тише, тише. Я вытащу тебя отсюда. Ты психи. Твою мать, они просто нелюди. Ну-ну-ну. Хватит, чел, спокуха. Ты Реймонд Кинни? Они тебя ищут. Если отцеплю аппараты, сможешь встать? Я ног не чувствую. Такс. Оператор, что у вас случилось? Скажите копам, их стукача подстрелили. Пусть приезжают. Сэр, вы еще там? Алло. Мне пора, не то повяжут. Так что выкладывай, что знаешь про Блюм. Имена... Хоть что-то. Я следил за бухгалтером Блюм. Его зовут Джек Файнли. До босса не добраться, а Джек...
заставишь тех козлов страдать. Подойдет поближе, стреляй в лицо. Все понял? Держись. Здесь копы! Валим! Валим! Блин, сейчас начнется стрельба. С другой стороны прикрытия могу смыться. Это полиция! Выйти из дома, быстро! Если увидим оружие, открываем огонь! Как они нас нашли, блин? Плевать, не подпускай их! Чикаго вас несколько, но только один работает в Блюм. Супер. Спасибо за чекин в любимом баре, друг. Ты сильно облегчил мне жизнь. Его машина припаркована сзади. Надо взглянуть. Помнишь мою сестру? Если повезет, чувак уже успеет накатить. Так будет проще. А! Что ты? Ты сучонок! Есть! Короче, Райки не у нас. Да, около бара. Он у твоих парней. Ты
штука. Ладно, не впервой. Вперед. Башка трещит. Надо догнать этого парня. Что это? Кетамин, что ли? Так, надо взять себя в руки. Блин. Да не шо, не шо. Все в порядке. Стоп. Ты что, пьян? Проквизатор. А, я понимаю, да. Перезвони, как отпустят. Он на связи. Надо послушать. Кинь у нас. Начинайте собираться. Когда чек получим? В белую нам не провести. Понадобится несколько дней, чтобы мы могли все нормально разрулить. Разруливай, ага. А чего дефолт? Психу деньги не нужны. Сраный дефолт. Я думал, после прошлого раза он убрался из Чикаго нахер. Блюм и крыса спелись. Долбогремучая долбосмесь. С помощью дефолта Блюм меня найдет, как бы я ни ныкался. Да, он крутой. Выход у меня один. Запалить сучонка первым и уничтожить. Ищешь для меня кое-что? Это. Видишь, где я? Поищи вокруг сетки. С идиотскими названиями. Смайлики, псевдографика. Ничего не вижу. Стой. Вижу закорючки. Да. Похоже на мышиные хвосты. Нашли. Перешли координаты компа. Есть. Так, что у него на компе есть? С головой вроде получше, но кажется, сейчас вывернет. Надеюсь, наш дружок из Блюм поможет. Я думаю, мне повезло. Блин, только бы не блевануть. Так ты, спокуха. Хорош. Тише. Похоже, просто сломалось.
свою мать! О! Он мертв. Во! Его нужно найти. Не уйдет. Вон там гляньте. Черт, так я неделю буду его отслеживать. Некогда. Надо его как-нибудь спровоцировать. Пусть ошибется. Надеюсь, он заметит. Эй, дефект! Разговор есть! Так что звякни ко мне! Слушай, а че так херово-то все? Я ожидал чего-то помасштабней. Даже чутка разочарован.